Привет-привет! Второй выпуск видеообзора аксессуаров мы решили посвятить продукции американцев Element Case. Во-первых, именно их как-то утром нам подсунули под дверь. А во-вторых, бамперы, даже не так, комплексная защита этого производителя для iPhone, она просто шикарна. У нас на тесте чехлы Element Case серии Vapor Camp и топовой Vapor Pro. Модели отличаются дизайном, совместимостью с iPhone 4S, только Pro, и комплектом. К топовым Vapor Pro прилагается жесткий кейс и упакованы они в эффектную картонную коробку. На iPhone чехлы сидят как влитые. Бамперы сделаны из высококачественного авиационного алюминия с матовым устойчивым царапинным покрытием. Их продуманная форма обеспечивает удобный хват, а вырезы под разъемы максимально возможных размеров позволяют использовать большую часть аксессуаров. Чехлы Vapor помимо алюминиевых деталей имеют вставки из пластика. Он может быть самых разных цветов, матовым или глянцевым, прозрачным или нет, зависит от конкретной модели. К каждому чехлу прилагается спинка-накладка и пленка на экран. В комплекте получается эффектная функциональная защита вашего аппарата. Скорость зачехления-расчехления не в числе достоинств Vapor. Чтобы одеть и снять чехол, необходимо открутить 4 микроскопических винта. Процесс постарались максимально упростить, вложив в комплект миниатюрную отверточку. Бампер Vapor – это уже не просто утилитарный аксессуар, защищающий iPhone от падения и ударов. Это второй корпус, превращающий телефон в нечто новое, более агрессивное, запоминающееся, яркое. На сайте производителя можно найти разнообразные дополнения к чехлам, в том числе десятки накладок на заднюю панель, а также совместимую док-станцию. В комплексе имеем эффектное и практичное решение, хоть и за немалые деньги. Спасибо за внимание, меня зовут Йонас, и это был обзор чехлов Element Case на Ukrainian iPhone.